ребята, ну чё, соскучились по мне ушастику? Давайте мы сегодня устроим настоящий расколбас в этом большом городе, ребята. Это будет крутецки круто. Эй, мужик, вы что-то делаете? А ну, ребята, сейчас мы... разбежались. Воу, ёшкин кошкин. Вот это да, ребятки, секрет даже не ожидал. Ну ладно. Мы сегодня, ребята, будем захватывать мир с вами, да, потому что мы... из Звёздных Войнов. Ха, это будет круто. Ну что, ребята, первое наше с вами задание... это, в общем-то, снести эту башню. Вау! А там, кстати, смотрите, ребята, мы достанем или нет до дирижабля. Тэнс! Ах, чуть-чуть не достает. А как же мне к нему достать-то? Бэнс! Чуть-чуть не хватает длины. Вот это да. Соник! Друг! Соник! Ау! Ой, ты башня мой, ты чё, аккуратней, ушастик! Да это я, мой Серёза. А, здравствуйте, мой Серёза, привет! Так, мне надо как-то, в общем, на здание попасть. Ёшкин-кошкин, там дирижабль, и он полный, ребята, с тараканами. Представляете, что будет? Если эти тараканы вообще привезут просто в город, они просто захватят весь мир, они попадут в квартиру каждого. Там целый мешок этих, не мешок, а целый дирижабль этих тараканов. Ёшкин кошки, что делать? У нас миссия супер, ребята, выполнимая. Для начала, давайте мы завалим эти кегли. Воу, пошла жарища. Ребята, с вас по лайкозавру большому вы ставите или нет? А то сейчас вы вас выстрелят. Так, воу, что пошло, смотрите. Боже ты мой, сколько их там-то, а? Ребята, смотрите, целая куча кеглей, ого! Ого-го, ну-ка! Вот так, ребята, одно видел, подбил, круто! Ха! Вот это веселуха! Так, ну нам пора их, ребята, что? Немножечко того! Бэмс! Раз это самое! Короче, разгорячить! Сейчас мы их немножко подпалим! Все, пускай они себя горят, гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Так, дирижабель. Так, я к нему достану или нет? Сейчас мы, ребят, прицелимся. Ну! Ах, как так? Немножко так, он Вертус. Походу, это помощники. Ах, ребята, чуть-чуть не достает. Что делать? Мне надо срочно тачка. Так, а тачка. Что делать? А, ребята, дирижабль уходит. Блин, блинский мотор, нам надо срочно машина какая-то спрятать. Воу, тут какой-то орел. Кстати, может быть, я на этом орлу полечу? Нет, он все-таки памятник. Так, а что делать? Так, тачка. Попрыгали, ребята. Короче, ребят, быстренько отключим сейчас тачонку, какую-то присядем. И мы с вами быстренько... о, кстати, дирижабль ниже. Заберемся на какую-то постройку, и мне надо срочно его сбить. Так, мужик, мне надо срочно взять твою тачку. Спасибо тебе большое. Так, ребята, ух ты, боже мой, что тут делается? Ох, как хорошо. Так. Кстати, где он делся? Ребята, я дирижабля не вижу. Он что, угнал? Куда он убежал-то, а? Мне надо срочно на постройку как-то заехать. Может быть, я успею. Успею снять. Или уже... где они? Я их не вижу нифига. Так, а как же подняться? Боже мой, здесь стройка ведется, а? Здесь ведется какая-то стройка. Я не знаю, здесь, наверное, заезда нет. Ох ты, боже ты мой. Аж стекло вылетело. Вот это да. Не, ребят, здесь заезда нету. Да что ж ты будешь делать, а? Ладно, короче, помчали. Здесь точно мы никуда не заедем. Это самое, ребята, надо срочно найти нам выход. Только не знаю, где тут выход. Может, мы здесь все самое забито. Здесь какие-то строительные материалы. Все что-то строится постоянно. Ой, просто классно. Так, ну что, наконец-то выехали. Дирижабль потерял его из виду. Где? О-о-о, вот он, ребята, все. Так, мне надо срочно приземлиться вот туда. Ох ты, боже ты мой, я понял. Иди на взлетную, мужики, разбежись. Так куда ж ты? Ох ты, боже ты, мужик со мной побежал. Круто. Так, ребята, долетели. Да, есть, долетели, отлично. Все, мы отсюда встаем. Встаем. Там дирижабль летит. Где он, кстати? Не вижу его. Ребята, не вижу, где он уже делся. Где дирижабль? Вон он. Ах, я, наверное, уже не успеваю. А ну-ка. А, все равно не достал. Да что ж такое? Во, кстати, если мы попадем на то вот черное здание, ребята, я думаю, мы 100% успеем. Так, включаем суперспособности. Ох, он, блин, высоко-то как, а? Как же он... ох ты, боже ты мой, высоко. Придется скакать, ребята, скакать. Но мы должны его догнать. И пойти на перехват. Так, боже ты мой, там тараканы, ребята, они сыпятся мне на голову. О, стоять, и горят, стойте, говорят, а ну-ка, блин, не останавливайся даже. А ну-ка, стоять.
Вот это да, ребята, стой, мужик. Да что ж ты будешь делать? Мне надо тачку какую-то дальше, я не успею. Он очень быстро передвигается, да. Вот, стоят у тачки, значит мы быстренько какую-то возьмем. Вау, какую-то спортивную, что ли? Я такой не видел. А, хотя, смотрите, ребят, крыша стеклянная, ух ты, интересно. Так, куда следует? Этот вон он, дирижабль. И теперь просто-напросто ищем большущее высокое здание. И все, мы его, ребята, ловим его быстро за хвоста. Сейчас нам надо быстренько опередить его. Примерно понять траекторию, куда он будет лететь, и найти там высокое здание. И с него мы точно можем снять этих таракасиков. Сейчас мы, ребята, быстренечко его. О, кстати, вот здание, ну-ка идем на взлеты. У меня не труха еще есть. Опс, ребята, спрыгаем. О, так, о, боже, ты мой немножко ударился. Ну, все нормально. Ух ты, во, есть. И, да как так? Ребята, оно все равно не достает, давайте мы сюда залезем. Давайте еще немножко, может быть, выше, так будет лучше. Так. Ну, и здесь не достает, вот это да, как же мне достать-то его? Как же мне достать-то, ребята, я уже не знаю, что делать. Он насколько высоко, что я просто-напросто не достаю, не долетает ракета, а? Так. Короче, ребят, я взял тут посерьезнее штуку, сейчас, надеюсь, мы с вами теперь достанем. Да как так-то? Не может быть. Даже эти снаряды не долетают, а? Что делать? А ну еще одну попытку. Ну уже давай. Да, ребят, не знаю. Ух ты! Он что, спустился? Есть, ребята, это наш шанс. И... ну да как так? Ну, он же спустился. Ёшкин-кошкин, а что делать? Все, ребята, я взял посерьезную штуку. Теперь мы должны достать него. А что там такое? Эх, ребята, да, жаль мы, конечно, не успели. Куда-то улетел. Может... ухо! Вот он, ребята. Готовимся на старт. Внимание, тараканы! Да, это нечестно. На! Есть, ребята, попадаем. Давай. Отлично, еще немножко нужен. Да что ж такое, что-то непробиваемый какой-то, ребята. Не может быть этого. Да как так? Он не пробивается. Ёшкин-кошкин. Вот это да, что ж делать, а? Он просто-напросто не пробивается. Ну, я теперь не знаю, что действительно нужно было брать какую-то посильнее, ребята, ружку. Ну, нету так нету. Что ж ты сделаешь? А ну-ка. Эх, ребят, скорее сюда. Не берет наш фейерверк. Короче говоря, надо было что-то брать посерьезнее. Ну, ладно. Пускай они себе летают. Повезло тараканам. Выживут эти ребята. Ну ладно, погнали дальше. Кстати, как теперь залезть отсюда? Точнее, вылезть. О, высота какая. Ого-го. Высотища здесь такая, что... ого-го-го. Ух ты, кстати, там мячи какие-то, ребят. Сейчас мы постараемся с вами перепрыгнуть. Ух ты, там, кстати, смотрите, боулинги какие-то еще стоят. Я сейчас буду, ребята, с разгона прыгать туда. Спокойно. А, ёшкин-матрёшкин, ребята, летим! Слетел. Так, теперь вылетаем. Ух ты, боже, вот это прыжки. Я, честно говоря, был, не был готов к таким. А, ну это было круто. Ух ты, боже мой. Ребята, вы видите, где мы лазим так с вами аккуратно? Чуть-чуть не допрыгнул. Привет, ребята. О, как раз таки, ой, Фольц, какой красавчик. О, красавчик, ребята, я возьму его. Я его возьму. Хотя нет, хочу Хаммер. Давайте лучше Хаммер действительно взять. Все-таки Фольц есть Фольц, а Хаммер это Хаммер. Да, Фольц, конечно, побыстрее, но Хаммер, ребята, помощнее. Это 100%. О, стоять, куда я еду? Мне что надо? Всего лишь навсего. Доехать до кеглей. Так, кстати, куда нам ехать-то? А, нам нужно в объездную. Ладно, погнали. Так, кстати, где поворот? О, дружище, извини. Не хотел. Топим, ребята, с вами вперед. Разгоняем суперскоростуху. Так, аккуратно. О, боже ты мой, там тачка. Прости, дружище. Фу, вот это да, круто. Ну что, ребята, погнали, лайк, короче, вперед. Аккуратно бежаем этих всех дружбанов. Ребята, не забываем ставить пальчики вверх. О, боже ты мой. Дэнс, видали, какой супер гитар, ребята, трюк сделал. Ого-го.
Ну это заслуживает лайка, ребята. Реально большого лайка. Честно говоря, даже не думал, у меня такой финт крутой получился. Так что, ребята, с вас по лайкозавру. Подписываемся. И что это за фигня? И смотрим дальше.